каждым годом все чаще встречаются случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Причин этому много, но основными считаются генетическая предрасположенность и неправильный образ жизни. Каким образом изменяется сердечно-сосудистое заболевание и кто все-таки входит в группу риска? Давайте разбираться. Если мы сейчас нарисуем портрет больного, страдающего сердечно-сосудистым заболеванием, это будет пациент женского пола, чаще в возрасте старше 65 лет, имеющий высокое артериальное давление, имеющий повышенный уровень холестерина. У нас лавинообразно вырос уровень сахарного диабета, распространенности, ожирения. Пожилые люди больше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем молодые, и женщины относятся к этой группе чаще, чем мужчины. Мужчины, у них немножечко другой характер сердечно-сосудистых заболеваний. У женщин основная причина сердечно-сосудистых заболеваний – это гипертония, это диабет, это избыточная масса тела. А у мужчин основная причина сердечно-сосудистых заболеваний – это инфаркты. Инфаркт – это проблема, которая обусловлена закупоркой коронарных сосудов сердца. Инфаркт миокарда – это катастрофа. Это катастрофа для сердца, и мы отдаем себе отчет, что если даже мы этот инфаркт миокарда вылечим, если мы спасем человека от инфаркта миокарда, то сердечно-сосудистое заболевание у него никуда не девается, он остается. И у этих больных развивается последующим сердечная недостаточность. Пациентов с инфарктом миокарда сейчас уже спасти можно. Но на этом фоне у них в дальнейшем развивается сердечная недостаточность. В университетской клинике Казани уже есть свои положительные результаты. За последние неполных 5 лет у нас смертность от инфарктов миокарда снизилась от 16% до 5%, да, то есть больше, чем в 3 раза снизилась эта смертность. С 2001 года в рамках российского исследования ЭПОХА специалисты университетской клиники наблюдают за почти 3000 людей, которые проживают на территории Республики Татарстан. Врачи выясняют, как развивается заболевание и как появляется сердечная недостаточность. Мы можем сказать, что за это время немножко выросло количество людей, которые имеют артериальную гипертонию. Да, это основной фактор риска и причина сердечной недостаточности. Да, если было где-то 33% населения страдало, то сейчас около 39% населения страдает артериальной гипертонией. Для того, чтобы избежать этого заболевания и не попасть в группу риска, необходимо соблюдать всего несколько простых правил. Физическая активность, питание, уменьшение массы тела, борьба с основными факторами риска – высоким давлением, диабетом, измененным уровнем холестерина, да, снижать уровень холестерина. Вот, вероятнее всего, самые простые компоненты, о которых мы должны всегда помнить. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний – достаточно сложная работа, за успех которого ответственен как врач, так и сам пациент. Необходимо уже в молодом возрасте следить за своим здоровьем, чтобы таких проблем в будущем не возникло. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.